Всем привет! Меня зовут Елизавета Марченко. Добро пожаловать в школу онлайн Pole Dance. Сегодня наше занятие будет посвящено страховке на пилоне. И у нас в гостях Распопова Мария. Всем привет! Сначала мы показываем ученикам технику выполнения элемента. Для этого необходимо встать справа от пилона, вывести бедро перед пилоном, ближней рукой под мышкой зажимаем пилон, вторую руку ставим рядом, оба локтя согнуты. Бедро мы выводим вперед для того, чтобы при замахе не ударяться мимо пилона. Итак, дальней ногой мы делаем замах. Зажимаем пилон стопами и коленями. Разворачиваемся лицом к пилону. И затем спускаемся. Сейчас я покажу, как правильно страховать начинающих в этом элементе. Итак, сейчас Мария выполнит элемент, а я покажу один из вариантов страховки. Для этого руку ставим на пилон, все пальчики должны быть вместе, а второй рукой помогаем выполнить элемент. Придерживаем за бедра и провожаем до окончания элемента. Сейчас я покажу, как можно применить этот элемент страховки при выполнении перехода из бочки в план. Ставим руку на пилон. Этот вариант страховки поможет вам снять нагрузку с себя и обезопасить выполнение элементов. Всем пока-пока!